Хореографический спектакль уже на этой неделе представят артисты Краевой филармонии, участники ансамбля русского танца «Огоньки». Этот большой театральный проект сумели воплотить в жизнь благодаря поддержке Министерства культуры страны. Премьера хореографического спектакля на музыку Игоря Стравинского уже в эту субботу. Пока еще без ярких костюмов артисты демонстрируют некоторые сцены из постановки. Кстати, специально для работы над «Жар-птицей» в краевую столицу приехал молодой балетмейстер из Санкт-Петербурга. На пресс-конференции Антон Дорофеев рассказал, что представляет из себя теория света и тьмы, которую хореограф взял за основу спектакля. Есть основная тема светлого какого-то счастья. То, что неподвластно и, может быть, невозможно увидеть человеку, но всегда ощущается сердцем и чувствуется душой. Кто-то называет это любовь, кто-то называет это верхняя чакра, кто-то это считает Всевышний Создатель. Это все по-разному, но вот я думал об этом, когда создавал, и отталкивался от музыки Стравинского.